Наконец-то хозяйка свалила. Это значит то, что я могу пригласить своих друзей псов к себе в гости. Игорь! Игорь, просыпайся! Что такое? Что? Доброе утро! Ты можешь, пожалуйста, открыть дверь моим друзьям, когда они придут? И немножко нет, рук нет. А что мне за это будет? Гав-гав-гав-гав! Ты слышишь, вот, они гавкают, гавкают. Пожалуйста. Открывай! Не, ну, мне нужно много лайков, тогда я включу тобой. Ну да, дадим мы тебе много лайков. Открывай дверь уже. Мне надо очень много лайков там. Мы поставим очень много лайков. Да-да-да. Ребят, ну может быть вы нам поможете и поставите свой лайк, чтобы Игорь впустил моих друзей. Вот, пожалуйста, поставьте и потратьте 2 секунды вашего драгоценного времени. Ну да. ладно, давай, раз давай, тут давай. Такое дело, то впущу я. Ура! Потопали! Так, только стоп! У меня есть два правила. Во-первых, я здесь главный, то есть я командую, значит, меня слушаете, да? Второе правило. У нас здесь есть суперкомната. Вот, суперкомната. Здесь туалет называется. Да, туалет, суперкомната. Здесь есть розовый лоток, это лоток Игоря. То есть мой лоток. Чужим не какать, да? Да. А просто посидеть можно? Нет! Так ты же не главный в этой хате, хозяйка-то свалила. Хозяйка свалила, значит, я главный. А, ну ладно. Так, а чем мы заниматься будем, Настя? Ну, не знаю, у нас где-то здесь было пиво. О, пиво. Хозяин разрешит, хозяин. Так, ну, пожалуйста. Короче, значит, давай. Строимся. Давай. Жека. Где эта тупая большая собака? Я тут, алло! Быстро строимся, все в рядочек. Построился, гав-гав. А ты давайте по росту. Так, по росту. Мот с первой. Да. Я тут. Я тут. Ты первый мопс. Да дайте мне ват! Все, я тут. Я предпочитаю мопсов, понимаешь? Ага, по сравнению с мопсом, я не такой маленький. Значит, первое задание. Мопс, ты несешь мне пивас. О, я погнал. Ты большая тупая собака, играешь на пианино. Ты развлекаешь меня, уткнувшись носом в пол. Давай, вперед. Устроим здесь пивай. О, нифига. Хозяин, на пиво, Андрей. О, пиво, Андрей. Я играю на пианино. Давай. Ля-л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 я. Фу, как-то не очень. Так, вот это поинтереснее. Поинтереснее будет. Брейк-данс, йоу. Игорь, скажи, пожалуйста, когда мне остановиться. Ну сейчас я так. Мопс так не может. Да. Нифига себе, да. Хватит, мне уже плохо. Давайте мы сейчас похаваем. Только всю еду не хаваем, я, значит, кушаю только самое вкусное. Вот, значит, подсадите кто-то! Так, помогите мопсу! Помогите мопсу! Ай, не могу! О, запрыгнул! Тогда пофиг. Так, я хотел помочь мопсу, как бы дать курицу, но я ломаю все, кроме этой самой курицы. А, дай все. Хочу срочно писать. Нет. Жека, только не на лоток. Говно, здесь даже табличка написана, лоток Игоря. Ой-ой-ой. Я тут ни при чем. Что? Я хотел писать. Иди сюда, ты наказан, иди сюда на балкон. Ой, Женечка попал. Сюда иди! Иди сюда, большая тупая собака, ты теперь живешь на балконе. Гав-гав, а ну гав-гав. Нет, хозяин, может не надо? Я не достаю. Откройте, пожалуйста, друга. Выпусти Женечку. Я бы ей еды закинула. Он писал в мой лоток. Но не хотел. Там был другой лоток, надо было писать в другой лоток. Я не успел добежать до того, этот был ближе. Выпусти его. Он очень сильно сожалеет, пожалуйста. Да. Ну хотя бы еды ему дай немного. Вот можно я закину, открой дверцу, пожалуйста. Я пивасик закину, открой. Ладно, хорошо. О, держи. Да нет! Хозяин, что ты наделал? Минус один. Минус один. Так, я буду послушным. Так, всё. Женечка. Ну что ж, это была самая большая и тупая собака в моей жизни, и я ее любил все равно. Зато он был хорошим другом. Сказать нечего. Все сказали. Правильно, давайте докидаем ему любимых вещей. Я накидаю картину.
Держи, Женечка, цветочек, держи. Пускай земля тебе будет пухом, друг. Да, да, закапывай побыстрее, я не могу смотреть на это. Я поставлю крест мимо, конечно же. Гав-гав! Нет, нет, гав-гав! Гав-гав, я жив, гав-гав! Смысл? Привет! Мысли, дохлые собаки не разговаривают. Как ты жив? Как ты жив? Что творишь? Я жив, гав-гав. Я просто подавился и потерял дыхание. Да, да. О, твою мать, а кто это в дверь звонит, а? Ой-ой-ой. Игорь, 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 кто это? Кажется, хозяйка пришла. Как раз, Федечка. Иди открой дверь, иди открой дверь. Ребята, нам нужно что-то делать, вы не должны тут быть. Хозяйка! Хозяйка! Убегайте, 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 убегайте! Деда, деда! Дайте, я прыгаю, прощайте, жестокий мир! Я не думала, что все закончится именно так. Я больше никогда никого не буду звать к себе на хату без разрешения. И буду послушной собакой. Да-да, мы больше не будем шуметь, мы будем хорошими песиками, да-да. А я больше никогда не буду ссать и какать в чужие лотки. А мне вообще не нравится в этом углу. Меня наказали, я не хочу быть наказанным. Поэтому ставьте лайк, чтобы нас простили, пожалуйста. Всем пока. Да, ребята, всем пока. Всем пока! Всем пока!